Надо его подключить, теперь нам надо заземление. Заземление будем делать по стандарту. 3 по 3. Треугольничком забьем трехметровую арматурки. Сварим шины, выведем ее туда и сделаем. Для этого нам понадобится арматура. Сейчас мы ее срежем на два угла, чтобы остренько была и было бить легко. Машинку? Нет. Стабилизатор та сейчас наверное упадет, да? Почему он упадет, его жлинки держат? Так, пойдет? Угу. Тут особо и колотить не придется по ходу дела. Угу. Так, пойдет? Угу. Так, есть. Не матерись, мы видео уже снимаем вообще. Да, ой, извиняюсь. Матершинник. Извините. Это что, дочь генеральская? Помнишь такой анекдот? Пойдет? Угу. Пойдет. Че, говорю, материшься-то? Это не я. Это губы мои. Красота! Сам себе по пальцам на! Че, может побольше кувалду просто взять? Угу. Ща, притараним. Иди, Димона, пока. Опять меня туда вкинуть, вот это оно. Блин, что за трубка? Ничего понятно было. А это у нас Дмитрий Николаевич. Меняет трубки стабилизатора. Линьки он поменял уже. Стулки заменить. Да. Сейчас заменим. Эх, Владимир, это тебе. Что? Ну что, Дмитрий Николаевич, иди помогать, нам будешь теперь. Да, а чем я вам помогу? Подержишь, я поколочу, или поколотишь, я подержу. Мне что так, что вообще-то некогда. Давай, не начинай. Да нет, так не получится.
Иди, Дмитрий Николаевич. 10 минут посвяти нам. И завтра еще 10 минут посветишь нам. Или посветишь. Держи. Ну камеру-то не закрывай совсем. Или пиво в каракус смени. На три пальца, чтобы не разбить. Дурак, что сидеть дрова колешь? Да, лежа пробовал, неудобно. Давай второй. Конечно. Низко взялся, да, здесь получше? Это вообще неправильно, не в этом месте. Будем там его забить. Почему? Что тебе тут не нравится? Тут? Потому что тут этот компрессор стоит. И чё? Он же на колесиках, мы всегда его можем убрать. Давай другой. Что ж по столу махать? Ложку поднимать. Угу. Письку. Че, он открутился тут? Да не надо, ты его глубже просто загони. Так там все. Ага. Не зажимай. Ага. Жди. Руками набьешь. Поезжи его. Ага. Что, в яму спускаться или отсюда добивать? Что так, рукой держи, эту кладочку маленькую бей. Маленький? Угу. Ну что он тебе там же не замерзшим, хорошо заходить. Просто маленько все равно затратно, ну, в смысле, неудобно, все дела. Ты по сколько метров? По три. Может, тремя? А где она? Маленькая. Димон, дай маленькую стремянку. Видно было? Конечно. М? Конечно. Жушня. А я язык ловкий показал в камеру. Знаменитая игра «Ударь крота по башке». Тут вот этот вот набор, вот этот подходит, да? Какой? Средний, трещотки. Для чего? Ну, маленькую головку. Да, подходит. Длинная. Вот. Хорошо хоть идет легко. Еще 20 метров и будет нормально. Усталь. Что, 10 сантиметров оставлять или заколачивать полностью? Оставь там для приварки. Или подкопать. Да здесь не надо подкопать. Ну как не надо, они торчат, так торчать мне не нужны.
Да, эффективно. Так, вот эту сейчас заколотим тогда. Уже в правой руке. Еще небольшой рывочек. И все готово. На сколько минут управился? 12 минут. Жесть! Ну это лишь еще показывает холодный. Так и этот еще колышек не забит. Уж так. Кто же его разбил, не подскажешь? Кто хозяин, тот раздолбал. Да, нас бы на болоте замучил, когда заколачивали. Почему? В глину? Но. Мне кажется, в глину еще проще долбить. Нет, у вас песок, видимо, идет. Че? Щетка? Там все валяется. В связи с переездом, Димон, сам же знаешь. У тебя? Не каждый день, а целыми днями. Так будет точнее всего, да? Ну все, Дмитрий Николаевич, почти готово. Завтра ждем тебя с этим. Ну а теперь померить. Рулетку-то уносил, да, рулетку? Найдем рулетку. Сейчас померим, шины отпилим. Надо вот так одну и вот так, да? Угу. И потом отсюда смотреть, куда выводить. Ну, вот сюда где-то. Да. Так, одна у нас будет 60. Здесь 65, 66. И так. 92. 65. 56, 92. 65, 60. 60. 50, 66. И 92, да? Угу. 60, 66 и 92.
Так, а высота примерно у нас будет. Так, а как здесь сделать-то? Выгибать ее? Угу. Или прорезать проще в этом месте доску? Да прорезать маленько и все. Так будет. А мы ее не будем резать, мы туда загнем сразу, да? Ну. Так можно по рулетке загнуть. Так, здесь будет 160. Вот так вот, 160. Сегодня пришел корешок, не заземление, варить кряхтит, как старая бабка. Вазить его заебался, я хочу блять. Мы тут напилили уже нужные длины эти шины. Ты не матерись, я видео нет. Снимаю вообще-то, и потом его все видеть будут, миллионы людей. Подать тебе? Это я вообще-то не матерюсь, это там. Электроды, давай там. Туда я пришел. Электродики красненькие. В красных труселях стоит и манит мне. МР-3. Электроды и МР-3. МР-3. И наши шинки. Разные нет, длины. Нет. На. Так, ну как будем ловить, это поперечно. Да? А эти две эти. Это вот здесь 66, тут 60, да? Наверное. Как ты меряешь, не помнишь? Конечно нет. Ну ты че? Ну убери это. Вот так варим, да? Там мне все равно. Нет, вари здесь тоже снаружи, тебе же вторую здесь подваривать надо. Да ты глубоко ее не ставь, я заколочу их потом. Нет, ну я как бы так, чтобы тут одинаково было. Там хоть что-то делать. Ну все, вари прям сюда, наверх, на самом. Массу тебе надо. Сергей, сиди подглядывай. Да он, вот он, вот. Давай, спать не будешь ночью. Красота. Не, спасибо. Он знает, что это такое. Да? Нет, Сергей? Сергей, спасибо, знает. Он знает, как это. Как на пароходе ночью. Спать. Спать, ну, тем более спать. Они сейчас спят. Да, да. Ночью не ходят. А где начинаю его? Они же ночью теперь не ходят. О, сразу видно мастера своего дела. Загорелась дуга. Вари нормально, буду долбить, чтобы не отвалилось. Фу. Открывай, Сергей, здесь. Смотри, там машина моя стоит. Да здесь-то зачем? Да он маленький, откроет во двор. Угу. Вот это открывай. Ну. Будем надеяться, что матрица не сгорит от того, что смотрит на сварку. Песня просто поет дуга. Не забывай, не прожги мне четверку эту дырявую. Шина у нас 4 мм толщиной, 40 шириной. Душно, тут сказки рассказывают. Петь песенки. Ну, сфокусировался, а то не хотел фокусироваться. Сразу видно. Корабельным швом. Сварщик профессионал. На. Давай эту камню. Корабельный швом хватит, я что-то на электродах мало взял. У тебя нету больше? Ну, говно-то есть. Ну, тут какая разница, говно можно пособать. Лишь бы держалось и током не било. Ну, будет тебе током, я что-то... Как шандарахнет, вдруг штаны навалю. Ой, вывалишь, как навалишь. Как навалил, так и вывалил, да? Но. Еще потом электрика знакомого попрошу, чтобы он мне мигометром померил эту всю нашу конструкцию. Ну вот. Кидаю, да, да, да. Да нет, давай наверх металлоломок. Ну нахер не буду трогать, еще горяченький. В руках мушки, да? Да я устал сегодня, ёпта. Не матерись. Я не матерился, сказал. Я тебя просто предупреждаю. А то знаем у вас таких.
опять не хочет фокусироваться. Это новогодний фейерверк, эти, знаешь, бенгальские огоньки, на которые без маски не взглянешь. Мне кажется, я ночью буду сам уже улыбаться. Так а ты не смотри, что. Говорят, через телефон можно. Да. Потом всю ночь улыбаться. Откуда я съел на базаре? Китай. Говорят, в Китае кур дают. Да китайцы все делают. Ну. А еще говорят, что по-китайски жопа. Так, что, куда эту большую-то? Вот эту поперек вот так, то есть треугольник, вот типа вот так. Диагональ. Фональ. Фональное отверстие. Не хочу смотреть, надоело. Пусть сам ходит. Зимний паленый чего нет. Не люблю, говорит, две вещи. Крики и запах жженой резины. Че, хватает? Хватает. Знаешь, как в фильмах ужасов, из ниоткуда такой свет, вспышки, и дым пошел. И дым. С кольцами? С кольцами. Я думал, с кольцами. А вот он стоит, красавчик новенький. Вот, сейчас заземлим его, и можно будет диск пробовать. Там у меня он диск есть такой красивый, прямо настоящий для пробы. Его выкинуть надо было, конечно, давно уже. Но пойдет. Вот тут рванина у нас какая. Прям прелесть. Ступицу я уже зачистил, чтобы прилегало плотненько. Погладь ее. Ступицу? Вот так, да. И тут снаружи он хорошенький. Деформацию имеет небольшую. Попробуем поправить все это. Как раз на пробу пойдет. Там у нас как раз доваривается. За зимуха. Шарики насыпал полный. Ты близко подогнал машину, Дмитрий Николаевич? Открывай, не бойся. А так там до его шины еще километр. Фу, как вы этой фигней дышите в заводе? Я не дышу. А тебе речи нет. Я на свежем воздухе работаю. Давай, что там дальше? Вот я длинную палку надо приварить. Вот эту? Ну я думал вообще забить до конца сначала это все. Давай палочку, маленькую, давай. Маленькая не пойдет. И жена все по очереди подбивать. Какая разница, что пойдет сейчас, давай. Что, подкопать может? Ну ты что, сразу надо копать-то? Все, подбивай все вот так, чтобы не торчало. Все это маленько подсыпешь. Но, ну все, теперь где будешь подвариваться? Да мне без разницы. Здесь где-то с краю подваривайся. Ты смотри, куда тебе, вот сюда надо вылезть. Ну мне вообще до стены надо ее тащить. А как ты ее через это? Вот так вот сюда вот надо будет ее так вот приварить, здесь? приварить. Вот здесь, я не знаю, или вот так ее ровно сделать углом и здесь выпилить брусок. Либо ее тут также изогнуть углами, или лучше ровно. Ну вот как так. Ты будешь ее гнуть? Ну все, значит, приваривай сейчас. Надо было прикинуть, сразу загнуть. Зачем? Ну, я ее нагрею и изогну. Нет, так я вообще ее могу... Ты туда тоже будешь загибать. Это, я вообще могу ее отпилить и здесь уже полуавтоматом по месту приварить сколько надо. Как тебе такое дело? Можно как хочешь. Я хочу, чтобы вообще все было идеально. Ну идеально, значит, сделай вот так вот. Здесь полуавтоматом приваришь. Вот она вот тут где-то стоит. Ну да, где-то вот так. Ну ты давай здесь приваривай вот сейчас как есть. А здесь я отрежу и позагибаю. Ты сейчас это поставь ее ровно, чтобы как надо. Все, вот так и вари.
Может, загнем ее сразу, чтобы по краю шла, не вот так вот торчала, а угол там внизу загнем. Сколько? 10 сантиметров хватит? 5, 7, 10. Ну, наверное, 10. Край. Край 10, там вот. Можешь вот так вот загнуть по 90. По 90. Вот так пойдет? Ну да. Все, бери кувалду. Пойдет? На. А, я так слышу, что Вовка пришел по кукушке. Ку-ку. Слышал? Вот здесь, да? Ну. Кусочек. Все. Ты туда под низ запихивай или все? Вот так. Вот ну. Так, да, примерно? Ну, примерно, да? Ну, все, держи, я вот так и приварю. Да наступи просто, да и все. Ну, ну да, не хватит, смотри. А то я так, походу, ночью улыбаться буду. Все? Вот так. Ну все. Ну-ка это. Че? Молоточек дайте мне. Кувалдочку? Нет, молоток. Не, ну нормально молоток. Ой, чуть не упал, дай молоток ему. Тебе зачем, подбить хочешь? Угу. Давай, держу. Сразу подбить. О, а тут же вот смотри, у меня тоже металлический уголок идет. Может ее сразу вот так прихватить? Ну сейчас давай подобьем, чтобы она ровненько была. Давай, давай, на молоток. Хоть по стене. Да это какой молоток ты дал? Ну, я же сказал нормальный. Вот кувалдочка лежит, Димон. Где? Вот за эти. Я ему кувалду даю, а говорит, молоточек дай. Ради взрослые люди, да? Да все, все, мы поняли, что ты остряк. Так, а что у нас под заглядом? Да, вот прям вот сюда вот. И все. Я просто тут сопли две повешу и все. Да, и все, и пойдет. Водичку приготовьте на всякий случай. Деревяшка. Приготовили. Смотри, кусок корабельный. Да, вижу. Ой. Я же знал, кого звал. Да я слепой уже стал. Все, варим? Да, да. Это как-то криво ты сделал, нет? А. Вот так вот, маленько, вот так. Вот так вот, да? Все, да пофиг вообще. Как пофиг? Да, Все, присрал? Не присрал, а приварил. Прислинял. Прислинял. Сразу видно профессионала. Шо, шпак, шпак. Все, держится, пойдет. Сейчас ничего не посматривать. Вот что-то вон там поддымливается. Да пофигу вообще. Ну загорится пофигу. Мы же здесь, мы же никуда не уходим. Давай. Значит, давай польем, блин. Потом будешь как котельная, мне жопно. Если б не я, знаешь что, у тебя так бы и была старая древняя котельная беспонтовая. Ну давай бензорез возьмем, нагреем сейчас. Ну грей давай. Так, а что, у меня там паяльная лампа стоит. Ну. Этот, Вовка, что, будем так углы выгибать или просто одним углом на прямке? Доску выпиливать. Давай доску сразу же сделаем. Доску выпиливать, говорю, будем или что? Что, у меня один электрод остался? Да, зачем тебе больше? Что, говорю, выпиливаем или нет? А как ты будешь греть эту доску? Ну, сначала вот тут нагреть.
сюда загнуть под 90, потом тут нагреть, сюда загнуть, и потом здесь нагреть, и туда загнуть. Тут нагреть, туда загреть, пока будешь греть и дуть. Да ничего не будет, это же бензорез, он мгновенно греет. Бензорез, энурез. Так, это получается нам туда. Нам сюда. Вот мы сначала загнем вот здесь вот так. Вот сюда под 90 градусов. Потом здесь нагреем, загнем, и она вот так встанет, как положено. Давай. Чего на, ты подключай газорез. Это вот так вот сделать. Ну и туда на стенку увести. Да. Загнули просто сразу ровно туда. Но все равно бензорез нам нужен. Тут маленько погреть там. Ну-ка, где это? Дай-ка мне. Сейчас без... Да, уже там много нагрели. Чем это приоритетно? Куколковая. Надо красно греть, как нормально, да. Да. Я не знаю, как ты под 90 не загнешь, конечно. Ну, я вам что-то не так переварил. Маленько нужно подгнуться. Просто она длинная. Маленько сюда стоим. Ну тогда. Это, подожди, надо было. Пойдем. Да она сейчас, она это нагреет, она будет. А сейчас сюда там остынет, вон вода же есть. Так я сейчас потушу твое говно. И сверху, видишь, все. Ты говорил мне. Руки крюки. Да ты не слушаешь, что тебе говорят, и все равно по-своему делаешь. Они говорят одно, но все равно так. Все, убирай. Ну, блин, надо сразу судить просто и все. Позовись, уже нагрето. Повыше грешки. Получше или получше? Вот, вот так вот, вот грешки. Убирайся за мной. Это вот сюда, а? На себя возьми ее. Вот так что ли? Вот туда. Да-да-да, вот. Да, чуть-чуть. Вот я. Продевай. На себя. На себя чуть-чуть. Нормально, на туда-сюда маленько. Теперь надо померить и тут загнуть верхушку. Нет? А как ты ее померишь? Рулеткой. Вот прям тут греем, туда, да нет. Но туда-то я длинная будет. Ну, я знаю. Я говорю, рулетка сейчас померить, а где рулетка? Я не знаю, где у тебя где-то была. У меня-то с чего, ну ты же мерил. Там вон на аппарате лежит. Да. Я думал, ты что-то подмерял. Нет, ничего. Так, что сделаем по... Да, угол мерить. До стены. До копы. Да, да, до стены просто... мерить. Ну, подними выше цена с проводами. Смотри. 89, 80. 88. Так, умелок у нас. А сверху мерить сколько? 88. А сверху? Мы сейчас 88 отмерим и загнем. Вот это... Надо было с земли просто поставить рулетку 88 сделать. Давайте. Нет, 88, а поглажу ты мерил. Вот так. Ну, не да. Вот там вот надо загибать наверх будет. Или отпилить, лучше загнуть. Вот все, и шина на полметра практически пойдет вверху. Подержи. Я держу рулетку.
все. Сейчас бифлюпушку нагнем. Верхушку загнем. И сниму маленько. А? И сниму маленько. Кто уснул? Я. Ты? Мимо опять снимал? Ну. Ты снимай в камеру, а не сюда. Бог будет приваривать? А? Бог будет приваривать. Я думал, сыну в сыне приварим, и все, нет? Кого? Сыну в сыне. Я смотрю, вот сюда провода будут цеплять. Бог будет приваривать? Ну, один, не знаю. Сюда-то нет, вот сюда вот. Ну, мы отравим. Ну. Вот его надо приварить сразу. Вот. Вот там не лазит. Я это сюда его подвину. Вот сюда. Пойдет? Нужно было еще момент, а не так. Пойдет. Там где-то, нет? Да. Ты где? Закрой, пожалуйста, дверь, а то его уже повалил. Надо убрать его, сейчас дверь, чтобы убирать. Да что, меня не обождили. Таня, провода надо убирать. Провода убирать, давай я погрею. Да. Это вот сюда. Так, что у нас здесь лишнее? Это вот сюда. Давай, сынок, блин. Рано еще, батя. Да, рано, она уже сюда пошла, на эту сторону. Внизу провод. Все? Ну, не вообще прям как сейчас в ванночке. 50 лет назад. Сразу видно, профессионалы делали своего дела. А сказай, что там? Все, да? Да? Бубло, бубой. Там? Я подхожу. Что мало лига. Да, да, здесь. Да. Так, смотри, аккуратно, не наступи на вылезать. Я бы мучился бы по автоматам, по твоим. Я же знал, к кому обращаться, к Дмитрию Николаевичу. Давай, болт нашел. Болт приварим сразу, чтобы там... Я вообще думаю, сейчас там саморез, дырку просверлю саморезом, прикреплю ее. И сюда, кстати, саморезом тоже можно прикрепить. Ты болт вон туда привари, а потом... Вот же шину туда сейчас поставим. Хоть засверлись, я тебе сразу же приварю болт. Я говорю, шину сейчас поставим. А как ты шину крепить? Шину-то все равно она что, прям туда будет крепить? Прям вот так поперек сейчас переварим и все. А ты ее хочешь по борту вот так шину? Да. Потому что и там надо за зимуху, и тут можно и провода просто кидать, но пусть шины, кусок же есть, куда я теперь? Провода кину, зачем тебе эту шину? Ну смотри. Так, пока ты не вылез, давай еще тебе там воду пролей эти столбы. Какие столбы? Все более. Пролито уже все. Вот проливать собрался. Налей на столбы, чтобы они пропитались водой. И земля к ним пристала хорошенько. Прямо вот где забитый, Коля, лей туда. Да, ты правильно? Ну ты ниже-то опустись. Нет, ну, вытащи туда вот. Сейчас, подожди. Так а у нас мороза теперь не будет. Почему? А все у нас. Минус 5, минус 10 самый большой. Обезьяны скоро бегают. Да ты уже бегаешь? Место берез, пальмы, блядь, красивые. Да, да, да. Так, ты чего материшься на видео? Это ты обезьяна-то, а не мы. Дмитрий Николаевич. У обезьяны друг может быть только обезьяна, понимаешь? Нет, орангутан. Еще надо водички. Да хватит.
Что еще в кувшинчике есть? Че, полил? Что полил? Пацан сверху там загрелок. Зачем вот это? Этого вполне хватает. Зачем вот еще лезть? Тут и так сырость это. Хреново гора. Ну и так тут все сыро. Все, закидывай это все ногой, загребай ровно. Да. Давай лопату лучше. Нафига ногой грибанин. Лопата, гурат. Ты где лопату тебе возьмешь зимой? Ёлки-пат, у тебя там совковая лопата лежит. Сейчас снег надо чистить. Ну, видишь, все тут, молодец. Так, дрель. Дрил. Короче, варить тебе ничего не надо будешь? Почему? Чего? Сейчас шину буду вон там варить. Дрил, дрил, гамодрил. А Федя-то не показал, как сделал. Да я ему пофиг. Ну, а то он про это. Он мегометром потом померит и все. Так, что мы здесь бубри к этой прихватываться? Зачем тебе это прихватываться? Ну туда прикрутим сейчас саморез. У нас здесь вот у тебя прихвачено. Все, ну все, значит, вылазь. Ладно. Сейчас такой сам. О, подожди, подожди. Мне же тут даже упереться нечего. Чуть плечо не выдрал, пацан, да? Дурачка молиться, он руки поотрывает, да? Спасибо, Дмитрий Николаевич. Надо было скинуть покрышку сюда. Точно, что было сразу. Подожди, электрод уберу. Так, Вальков на потом. Видишь, глаз там мал. 4 электрода взял, еще постоял, подумал, ну еще один. Хватит. Че, на паузу? Бублик. Как? Ну, куда на паузу? Ну, а все. Далеко дня вообще. Скоро курить брошу. Когда ты бросишь курить, наверное, и снег перестанет идти зимой. Вот. Ну то есть никогда. Обезьяны на шерге. Ты и так уже бегаешь. Ой. Так, что, подпилить сразу, да? О! Идеально, блядь. Да, вот это было идеально. Ты видел, Дмитрий Николаевич? Ёпки, что делал? Борис Васильевич. Вроде взрослый мужчина, а ведёшь себя как ребёнок. Надо подкисать маленько. А? Подкисать. Ну я и подбил её специально, чтобы посмотреть где. Видно? Да, вот видно. Надо было просто там досочку в то время убрать. После да, досочку, потом да. Выпилить и всё. Где ты раньше был? Во. Я? Да, ты. Дома? Ну и понятно. Сейчас отверстие просверлим, потом прикрепим, пока ребята ходят свежим воздухом, дышат. Вот этим? Снимаешь, нет? Что? Что вот это? Перфоратором. Зачем? Выдолби. Я же в деревяшке тебе купить, снег. Так, саморез у нас на 4, да, наверное, толщиной? Да. На сколько нам на отверстие? 4,5. 5. Сейчас шурупчиком чпонь. Что, зинка лучше говорит? Зинка. Ну если ты спрешь шайбой, то не надо. Да нет, у меня какой дым не надо туда нас еще провернуть. Там уже это. Такая разница, да? Это нету. Ну. Как заправляется самолет? Ну. Смешно,
вот и отличненько. Осталось дело замалить. Магазин скрыть. Да нет, подрубить надо как-то это. А доску там вот где-то торчит шина. А это потом сделаешь, давай вот эту. Что, шину, шину, значит, делай, все шину. Кинем, все, дальше. А что, кусок остался? А? Что, а еще целая была, нет? Или одна была? Две. А? Еще две полосы было. Две же было. Ну вот одна цельно вот загнутая, и та порезана на куски. Они по два, а, метра, по два метра. А, точно. А что смысл тогда? Все равно проводами надо кидать. А что ты такой вот шапки всего хочешь куда? В какую сторону? Напополам. Напополам. Как в том видео, да? Потом с криками и с визгами. Ну и что? Все, раз. Ну все, варим. Даже не видать, что у нас здесь шина идет. Шина най, да опа, опа, шина най. Шина, 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 шина най. Так, а что туда надо подложить, да, что-нибудь? А что подложить-то? Ты его так не допривай. А вот у меня здесь нет железа. Только не промахнись. А то пацаны опять будут смеяться. Я сука. Акела промахнулся, Акела промахнулся. Димасик промахнулся, Димасик промахнулся. И как я буду теперь там варить? Чего? Давай приварим этот самый, все. А? Дископрав приварим. Надо было сразу, пока вот здесь вот наверху стояло, вот это приварить, да, и загибать. Железок накидаем, сейчас наварим. Да. Пока так он будет. Акела промахнулся. Нагрели. Так вот приваришь? Надо держать. Я подержу с той стороны. Давай. Так. Ах ты, падла собачья. Так там цепляй. Плотничком надо сделать. Так наступили и все. Давай, держи. Я тут не завидишь, надо твою пустую с той стороны. Можешь? Ну, дай. Нет, так это... Я вот он. Ты хочешь вот так? Сверху, конечно. Сверху. Опусти, опусти. Опусти ее еще, опусти, припусти. Все лежит. Ну, она криво. Ну-ка, дай пацанам стрельни. Нормально, ровно. А тут ты что? Ну, она криво маленькая чуть. Ну, подожди. Вот этот маленький край. Вот так вот, блин. Давай. Да, и даже огнетушитель не было. Один молоточек. Водичка. Да. Дмитрий Николаевич, да, давай добивать что-то. А шлак будет? Кто будет добивать? Сам будет.
Сергеич прям хочет сказал. Слесарь? А кто у нас слесарь? Дмитрий Николаевич у нас слесарь. И Владимир Алексеевич. Ты же не сварщик. Ну вот осталось отверстие просверлить и нарезать. Резьбу. Куда? Сюда. Круто, да. Да. Круто, ты попал на ТВ, ты звезда. Что? Болты на 6. Пристрелить? Приварить? Ну, полуавтоматом приварим. Нет? Ну, все. А там, ну, на этом же.